Ой, байке, амыз. Кандай элдин? Ой, мен элдин бекинип жатам. Жол жакшы болсо. Гости у дяди Вити бывают нечасто. К одиночеству Виктор Михайлик привык. У него две собаки и кошка. Вот и все общение. Но по его собственному признанию, дядя Витя не скучает. Добровольное отшельничество он ушел в 1996 году. Дети и жена навещают изредка. Но в город Виктор Михайлик даже и не думает. Три сына. Три снохи, 8 внуков. Старший сын в России. Средний вот в Садовом возле Беловодского. Пчеловодством тоже занимается. Средний со мной здесь в караване живет. У дяди Вити, несмотря на отрешенность, есть одна привычка. Каждый день он носит галстуки. Виктор Михайлик говорит, что привычка осталась от бывшей профессии. Когда-то садовод работал фотокорреспондентом районной газеты. Фотограф был всегда, кому райком, исполком надо. Все же в галстуках ходили при Союзе. Всегда только меня вызывали. Где что сфотографировать, всегда меня. Все в галстуке, и так я привык, и до сих пор и в горах в галстуке хожу. Так вот. Яблони 10 сортов, яблок прививки есть. Вишни есть. Главная гордость Виктора – это его сад, где растут вишни, сливы и ели. За облагораживание Джайло место ассоциируют с ним, а ближайшую речку называют Витькасай. Я люблю, чтобы люди радовались моему труду. А себе что мне мечтать? Зарима Мусаева, Тимур Садгалиев, Общественный первый канал, Аксыйский район, Джалалабадская область.